Звено Упера по-прежнему на площадке у Бориса. Бочанский бросает великолепно в верхний угол ворот. Классный бросок Брэндона Бочански. И вновь лучший бомбардир соперника Северстали забивает в матче на Череповецком льду. Тоже своего рода традиция. Ну вот это совершенно ненужное удаление, ничем не обоснованное в чужой зоне капитана Северстали. И тут же расплата, еще 2-2. Тоже момент далеко не явный был для того, чтобы забить в окружении четверых, фактически, ну, как минимум троих соперников находится Бочанский. Тем не менее, классный бросок в верхний угол. И Василий Кошечкин здесь то ли не ожидал, что будет бросок, то ли немножко ворота потерял.